припал, то у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы ПВАР и протопал, блядь, затанчили синдрус или чем. А, мы в 25-ку идем? Да. Хватит на хуй. Чего? Хватит гнать на меня. Один раз. Дядь, поверь мне, я буду на тебя гнать, пока у меня будут падать танки. Как только у меня танки перестанут падать, я вообще забуду о твоем существовании. Падал я. Да, вот в этом-то и проблема. А танки не падали, не надо тут. Что, я понимаю, когда я ваши, да? Да, поехали. Стой. Пока, подожди. Ты пока там подожди. Просто куча аликов стоит перед порталом. Я уже зашел внутрь. Ну, у тебя же там минута есть. Я просто хуй его знает, типа, блядь. Да я все равно в обычку не пойду без вас. Да? Ну, бог, тогда пошли. Ладно, поехали, давайте залетаем, блядь. Быстрее убьем это говно, быстрее пойдем дальше. И а что мы делать будем, когда пойдет управод? Мне, в принципе, сейчас интересно, что делаешь, что хилов 7. Как бы без шуток, блядь. Войтвейв это новенький? Или что? Да, Войтвейв это у нас новенький. Понятно. Короче, Ром, у тебя же вроде есть шипы. Просто мой шипы это Рафлан Помидор. Да, мой еще Рафлан не, у меня даже счет Т4 нет. Понятно. Так, ну ладно, и даже если мы спекнем Лёне, что не хотелось бы делать вообще, в принципе, блядь. Нам пизда, блядь, реально, сейчас 6 хилов пойдем. Не, а кстати, о чем? 6 хилов, блядь, тут точно все прохилится, блядь. Вообще без базара. Там, если кто-нибудь умрет, это уже будет вопрос, блядь. Если только, конечно, Синдра не пизданет нам 6 магии всем шестерым. Чувак на маге решил Вармса стрелы покастовать. Жалко бенегу. Так, ладно. Даже с учетом того, что у нас типа... Сейчас я МТ нашему еще раз напишу. Арканова тут? Они в другом канале сидят. Сейчас я... Спасибо. Огнестойки, вы готовы в целом увидеть, что произойдет? Так я ж был на прошлом кадре. Ну нет, я в том плане, то, что вы готовы хоть какой-то конкуренции. Бля, вот я несколько месяцев сидел, блядь, в жопе рекаунт. Ну, а сейчас ты будешь подо мной. Ну, или если повезет, конечно. Бля, как вы задрали, а, ребята, бля. Это пиздец. Столько выжить еще. Я в ахуе, нахуй они, что они с фростами сделали? Там, короче, в условиях есть то, что конус должен бить одну цель, а он бьет несколько. Это просто пиздец. И? Ну, и с критами по 40 тысяч в одну цель. И... У шамана Т5 бьет всех одним уроном и ничего. Ваня, мне в холле идти? Да, оставайся в холлике. Леня, спекайся в сову. Мы все умрем. И у нас один хуй остается, блядь, 6 хилов. Я надеюсь, я не сорву. Илья, дед проебался. А кто шестой? Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, остается 5 хилов. Все, заебись. Я дед проебался просто изначально. Ничего страшного. Короче, у нас 5 хилов, 2 шамана, 2 приста и 1 холипал. Ну, чисто теоретически не все так плохо. А вот чисто практически, без Лёни на друиде я чувствую себя максимально, блядь, неуверенно, когда идет речь о чем-то прохиленном. 10 минут еще есть на покурить, да? Ну, типа есть 5. Когда я курну покажу. Если кому-то флаз какие-то нужны, говорите заранее, пожалуйста, сразу, сейчас. Дай мне кусок льда. Дай мне кусок льда под задницу, бля. Где он? Вот он.
Так, того у нас получается, что единственный ОТ здесь, точнее, три танка у нас всего. Четыре, блядь. Бегемошек, Зайцом Полу, Энфрой и Нектас. Давай Медведю посмотрим. Медведю в тот раз не упал клык, поэтому Медведь может просто заигнорить данную просьбу. А вот вам клык упал. Мне легко, я могу потончить спокойно. Вот и спекайся. Просто шивы, бля. А, медведям что же дали, а уедет? Шивы, КД, 40 минут. 40 минут, да, 3. Кто на УТ? УТ Нактаз. УТ лицом в пол. Ты можешь, конечно, посмотреть Бегемошекса. Бегемошекс, хочешь, чтобы на тебя посмотрели? А что на меня встретить? Я не знаю, я вот медведя, по-моему, не видел. Тела надо, блядь, медведем танчить, дручь, это, блядь, такое. Не хочу я, блядь, проверять, как это будет у нас работать. Нихуя себе. Звучу, блядь, тебе сколько хп? Че, блядь, 70 тысяч анбаф? А ну-ка, блядь. Не, ну так, чисто технически. А, он у тебя не фулл Т4, да? Да. Хуёво, чё. Херово. Ладно, тогда давай возвращайся обратно в сову. Не надо тогда нам эту порнуху. Короче, народ, немножко меняем тактику на Синдру. Из того, что было, просто теперь РДДшники, так как вы можете спокойно стоять и не лутать стаки за ебаным факелом, вы, соответственно, просто берете и тоже разбиваете глыбы. Вот. Немножко сократим, блядь, жопу боли от наших милишников. И начнем просто все их бить. Вы под факел встаете, бьете, соответственно. И еще одно там немножко Антон повыяснял. И знаете, да, когда вас притягивает Синдра, и вы как будто подпрыгиваете. Ну так вот, это происходит из-за того, что вы двигаетесь во время притяжки. Соответственно, сначала вы ждете, пока вас притянет, только потом начинаете что-либо тыкать. Не знаю, насколько это правда, я вообще ни разу, блядь, даже с этим подпрыгиванием не помер, но это уж, блядь. Не-не, давай делать не так. Вот а у нас хочешь? Есть... Человек есть, который анонсил в тот раз притяжки, нет? Нет. Ты я анонсил притяжки по, блядь, этому... Освобожденки. Освобожденки анонсию, насрать вообще. Вот, говорят, дыхание, потом будет притяжка. Вы ушли на дыхание за столб. И все. И никакой, блядь, притяжки не будет. Рандом, мой дом. Ты стоишь то 5 секунд, то 10 секунд, блядь, хоть просышь. Не, у нас, правда, здесь есть опытные люди, блядь, на этой хрени. Может быть, они нам подскажут, но мы не будем их... Не, если кто-то будет анонсить, смотри. Саферион, ты же понимаешь, что тебе тут делать надо, да? Хиританков, бля. Воин света с халилайтом. Ты же понимаешь, да? То, что тебе надо выбегать и хилить танка. Да, бля, я не тупой, я знаю. Ладно, бог с ним. Мы вот сейчас это опустим этот момент. Ты вот, когда вот, сейчас еще раз, когда ты выбегаешь с меточками, если ты бежишь вперед, ты пробегаешь в дальнюю метку и становишься от всех подальше. То, что вот этот вот прикол, то, что они прохилили с тройным отражением от глыб. Это вообще забавно. И смотри, пожалуйста, у тебя очень важная роль здесь. Очень важная роль. Ты хилишь танков, которые в тот раз... Я стоял 10 секунд, не было хила. 10 секунд на Синдре нельзя так не хилить. Ты себя можешь 10 секунд не хилить. И себя тоже, кстати, хили, потому что в Толгороде ты себя не хилишь вообще. Это какой-то прикол вообще, да? Ты вот кидай частицу на меня и хиль себя, и все. Потом, допустим, мы с Ноктусом меняемся, ты кидаешь частицу на него и хилишь себя, и все, вот так вот играй. Я же не был в прошлом рейде. Сейчас уже все поменялось. То есть сам человек сел за рейд, я понял. В смысле, его не было в прошлом рейде. Он был в прошлом рейде, но я тебе говорю, у нас есть проблема того, что у нас падают танки. Тебе это говорю не только я. Понимаешь? У нас, у тебя твоя задача основная, это выжить самому и не дать упасть танкам. Просто я могу очень легко сделать так, что у нас будут хилиться танки. Сопрот есть, пацанок, вот еще? 4 минуты перерыв. Вы не видите, что ли? Идите курить, потом с братанем.
обмен огнестойкому. Если кому-то что-то еще нужно, фласки, масло. А у тебя хаспота есть? Я купил бы, да. Еще посмотрю. Так, тебе нас стоит. Хаспот, сейчас. Ну, кто стечу? А прот один, да, Би? Сейчас я возьму скил. И вот тут раз мы били, мы челиков не продаем, пацаны, нердеды, кто живой. Все нердеды, чуваки, вы душите глыбы. Там что-то вот мы продаем кого-то, убегает там жирный ДД, мы его продаем, это говно полное. Поставьте гильдбанк, пожалуйста. Мы всегда всех выбиваем. Мы убиваем босса, когда остается у него ляма 3 с нашим депсом. Ляма 4, вот так вот. Спасибо. Лисок, Стан, что тебе нужно было? Прот и масло. Сопрот и масло? Да, мне надо спать. Сейчас возьму. Сафирион, у тебя есть тренька Столгорода, которая стамину дает, скорость и крит? Нет, нету. Плохо. И сделай себе билд, пожалуйста, не уродский. Тебе вот это вот кто-то подарил, или ты не специально это взял? Мне, блядь, это сказали сделать так. Но это плохо тебе сказали. Вот у тебя есть бонус с нистовством. Он уменьшает 6% урона, входящего по тебе. Ты качаешь броню. Нахера тебе нужно? У вас протопал есть. Ну, да, резон, по факту. Вот. Можешь мне скинуть тогда? Уже тебя послал. Могу через минуту тебе скинуть, допустим, в Дискорд. Скинь мне. Дискорд. Я сейчас тогда отличу в Долоран по-быстрому. И поменяю. А что ты скинул? Погоди. Здравствуйте. ФПМ. Чего? Сексом трахаемся. Бахните кулак по шаману в первой пати. Сейчас. По кулаки кидают. Да, я кидаю еще секунду. Изменю. А у нас протопал. Ну, кто стычо поставил? Какую ауру? Лед. Поставь броню. Вторую ауру огнестойки ставит на лед. Отлично. Бей его резать. Короче, я вам печеньку потом поставлю. Я отсюда не дотягиваюсь, я синдру выиграть не хочу. Вот вы метки ставите и не можете добежать до них. Вот эта наркоманская привычка бегать к балкону, это очень далеко. То в два раза ближе надо стоять. Чуваки, вот я ее метки... поставлю поближе. Чуваки, вот с метками, которые не надо в метки вставать. У меня там крестик, я бегу в крестик. Чуваки, которые вперед бегут, впереди, то есть они быстрее бегут, вы убегаете дальше. Чуваки, которые с метками сзади бегут, вы просто не подходите к ним на рейндж. Вот это вот то, что вот там. По КД отражение кто-то ловит. И в тот трай тоже кто-то ловил там. В смысле, в тот день. Почти сдыхаете, как бы. Это не надо.
Я решил стрим посмотреть, и я охуел, когда там чувак какой-то, блядь, в рейд занес метку. Просто уебал весь рейд вот этого. Смонти полипало. По сапфириану, дайте. Это, ну, страта другая, человек просто, как сказать, не понял, куда бежать надо. Так, короче, по поводу того, куда мы чего бежим. Соответственно, взлетки. Блять, я бы их убрал, но они же нахер не станут. Плюс-минус, как вам Саня объяснил, бегайте. Метки для вас это сейчас просто, чтобы было, блять. Чтобы вы понимали, где вы должны плюс-минус стоять. На второй фазе метку относите в крест. В крест. То есть человек, на которого я буду говорить, должен будет побежать в крест. РДДшники, вы, соответственно, встаетесь за факел и тоже херачите глыбу. Это будет в 1000 раз быстрее, стаки вы один хрен там не лутаете. Чё бы вам не побить, ее вопрос остается открытым. И еще секундочку, давайте по сейвам. У нас есть 1000 сейвов. Смотрите, у нас начинается вторая фаза, и нам надо пережить всего лишь 2 притяжки. Переживается легко. То есть на первую притяжку сдает себе под дыхание Ноктис. Массакру, да? Потом на вторую притяжку сдаю я Массакру. Огнестойкий, ты по обстановке смотришь, вам жопки отрывает, там сдаешь эмашку на лед. А Сапфирон, ты же макрос поставил себе на снятие этого, ну, или бабла, или на снятие дебафа, ой, бафа, который в второй вешается. Аня? Чё? Что? Я не понял, что сказал. Тебя Саня спросил, ты поставил себе макрос, который снимает с тебя баф, который перенаправляет в тебя урон? Нет. Вот эта хрень, божественный страж, это в тебя урон направляет. То есть, если ты его снимешь, по тебе урона не будет, а сейф будет. Понял, да? Ладно, бог с ним. Ты вот бабл жмешь и нажимаешь массакру. И еще... В тот раз ты кидал сакру в танка, точечную, каплю, и умирал от нее. Она по 7 тысяч тебя била. Вот не нажимай ее, okay? Если просят сальву, это длань свободы, по-моему, называется. А сакра – это длань жертвенности. То есть ты вот кидаешь в танк, ему жопу отрывает, а тебя вообще убивает. Длань свободы – это фридом. Это рассеивает замедляющие эффекты. Вот, длань свободы надо кидать, фридом. А длань жертвенности, которая... Сакра, это точечная сакра, капелька. Вот ее ни в кого не кидает. Это максимум в тебя кидает. Вот, допустим, смотрит, Сапфирион стал там в троих с глыбами. Вот огнестойкий в него кидает капельку, чтобы он не отвалился. А так больше никуда не кидает. Ну, кто знает. Это не ОТ. Короче, ну, ее спасибо, ебашит в основном ОТ на паладине. Вот в МТ для того, чтобы тот не помер. Давайте, короче, по готовности. И милики. Ну, а Сайлен шарит, наверное. Кто не шарит, вот в тот раз огнестойкий отвалился от стаков, но эту заслакал, сам сказал, как бы. У нас мало миликов, но все равно. Автоатаки стопайте перед взлеткой, пожалуйста. Хилов не то, что напрягают, они когда, допустим, прослакали и побежали на притяжке, они не могут хилить, и вы умрете. Все. Хэппи-энда не будет, как бы. Сейчас будет урон по всему рейду. Блять, точно. Вернись обратно. Встаньте все в тучу. Пусть тучу, блять. Встаньте все в кучу. В крест, блять, меня. А не надо, не надо. Это мы успеем добежать. Сети на маму. Дамажить будет, блять. Я знаю. Я так убивал Геру. Нормально. Ладно, похуй. Ладно, хорошо, напрягаем. Хилов, поехали. Хотя бы в крест потом встаньте, блять, чтобы парауе прохилилось, блять, по-человечески. И... Все на маунтах пошли. Вперед. Октав, ты же знаешь, да, где ее тут ставить, блядь? Еще самое важное, блядь, не спросили. Октас, вот видишь, вар стоит, вот здесь вот подержишь. Ага. Хильте. Я помню. Она что-то это, они вообще не агрится. Она выйдет, побегайте. Ну, блять, вот. Сидит, блядь.
Чего? Не двигайся, пусть она стоит так. Бля, Вань, слышишь? Да, ГП нахуй всем, блядь. Самое хуйное. Ты говоришь танк, а ты точно знаешь, куда ее ставить? Она нахуй так становится. Просто ну ты себе в воздухе поставил. Да, он просто, блядь, решил ее сломать, нахуй. Беги, малышка, беги! Опа, я притяжку заявил. Это бан. Да мне кажется. Давай подойдем, пусть она нас хвостом шуй хотя бы бьет. Блять, а чё это получается? Ведь если бы сейчас мы не померли от дыхания, мы бы её отпиздили, блять, потому что она ничего не делает. Не заходите в инст. Нет. Она не промахнет. Сука. Беги, 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 родной, беги. На маунте беги. Не заходите пока никуда, он сейчас лесагрит еще раз. Так она не будет дамажить, если мы не там. Но если ты тпхнешь, туда будет. Так она уже, в принципе, не будет дамажить. И она все еще... Она же призывная. Ну, тьфу, призывная, призывалась. Че, можно заходить? А че это, мне можно сегодня синдром не рейлить, раз ты, Сань, бля, с голосом. Я бы с удовольствием, бля, отказался бы от такой хуйни. Я бы только понунтил. У микрофона такие уебищные ножки. Мне приходится брать в руки. Я одной рукой играю. Да ты и так всегда одной рукой играешь и тыкаешь кнопки и мышкой. Че ты... Вот одна кнопка еще. Я только сконцентрировался на этом ебаном хвосте. Елена, вставайте, пожалуйста. Где вы там? Ей надо релогнуться, потому что она зашла в инс, скорее всего. А, ну ждем. Ладно. Я вот вижу, наш стримлер фласку не выпил на сопрот. Стримлер, пей фласку. Субферион, фласка на сопрот. Хилю взад, фласка на сопрот. Лисекс, фласка есть. Типа, ну, СПД ты кому там будешь пить? Можно. Вот тебе огнестойкий говорил 7 раз, дайте ему обмен, он даст фласку. Да, поставьте только мобильный банк опять, пожалуйста. Сейчас ставлю. У тебя есть, я вижу. Макгрегор, ну хотя ты в Фросте, может, выживешь. Макгрегор, это кто, блядь? Я Макгрегор. Чего нахуй? Кого Макгрегор, блядь? Я убиваю. Вот Ловикойл, ты афлик же? У тебя Дестрик. А, Дестрик. Ну, все равно ты можешь тоже не пить, ты можешь на урон пить. У тебя минус 20% урона, это могучий вообще. Ты еще койлом похилишь. И вообще, ты еще гоблин можешь ракетой себе хилить. Вообще боженька. Серега, оставь сопрот, блядь. Я лимит исчерпал на снятие с банка. Что сниму? Я тебе сейчас дам. Дам сейчас. Я снял. Вот я Энху бы посоветовал выпить сопрот 2. И волка нажимать. Волк есть, я вкачал. Отлично. Ну, сопрот надо все равно пить. Просто это полное снижение, вернее, урон снижается по всему рейду. Это меньше хилам отвлекаться. А там квест на Синдру, да, он висит? Да, боженьки мои, какой тебе квест? Давайте хотя бы на поток поставим Синдру, чтобы у нас проблем не было. Так, Тас, я тебе все равно метку воткну, блядь, на всякий случай. Ваня, я знаю, дай, где ее, не надо мне ее втыкать. Со второй, ой, с третьей пати во вторую ШП, дай, пожалуйста. Очень надо. Пу-пу. Так. Сапфирион, если вот у тебя там настакалось, допустим, или какая-то проблема там случилась сильная какая-нибудь, прям вот невыносимо тебе терпеть, помереть хочется. Ты полубабл тык и не стесняйся. Мы тебя потом спасем, если что. Спасательная операция. Все на маунта. На маунта все. Поехали. Для панун, что если что, говорите, делать. Не ловите, как они называются, вот эти вот дыхания нечаянные. То есть справа не стойте, лучше пару парирований словите. Все, доворачивай и ставь. Только не беги спиной, боком беги, боком. Да боком.
Еще отводи, еще. Отлично. Аризель, да, Лисекс. Ну, кто-то немножко активнее надо дать себе триту. По Макгрегору дали целью? У нас у 2-5 паладина есть проблемы. Ну, 99%, 95%. Да, забить, блядь. Давай с массакру, Нуктус. Фридом по танку дайте, ну, Фридом сам себе дай танк. Он сам себе даст. Я сам, да. Охуенно, нахуй. Выбежали. Далеко не убегайте назад. Вот вы опять кучкуетесь. Вы что, не можете разбежаться нормально? Нормально, мы, блядь, стоим. Бегемошка, рейснешь после хрени вот этой Холи Приста. И сразу-сразу ребафы там все ему, там и каску, и какаску там. Стопните по глыбам, звездопада не давайте вот эту херню свою, еще разобьете. Правую побейте. Нуктус, уже на место беги, Нуктус. Глыбы добиваем, не босса, а глыбы. Соболенка сейчас будет. Дайте масс-баф по Присту. Бегемошка, залей ему туда же, в дырку, Инор. Лисекс, Сафирион, сериал хилит закат. Десять секунд до притяжки. Десять секунд. Шесть, пять, четыре. Ну, почти. Я ШВ отдал на всякий. Отлично, не откадешься еще. Вот вейв сериал. А, блять, вот вейв только. Пять секунд до перефазки. Вы, короче, никуда не убегайте, стоим здесь. На мужики, вот когда вы бегаете, смотрите, вот воин бежит, он уже в метках. Если на нем нету метки, он просто убежит отсюда. Если будет метка, то он вернется. Анфро, Лисекс, Хирюзакат, Корвин Дерзкая. Я же вот для дураков говорил, не вставать близко. Нахер вы теснитесь там? Тут вся площадка, ГП сразу. Забей, я все записываю. Я завис. В центре. Стопните по глыбам, стопните, не бейте вообще. Вот центральную побейте чуть-чуть. Где там для глыб еще херовая тонна? Стопните. Я просто кидаю. Все, разбивайте. Вот Анфрой, ты бежишь в босса, без глыбы за тебя 3 стоит. Вихрь дай там раз-другой. Сейчас упадем будет. Ну, Макринжу Сайгу дайте у меня, когда. Я мешалку дал. Огнестойкий по себе дашь. Да, сейчас откадышится. Звезду уйдите. Все, протяжку давать будет. Забегите за эту херню. Блять, она заебала. Да все, огонь. Хилю в закат. Мы успеем перевести, поэтому будет фаза. Может, Геру, блять? Не-не-не-не-не-не-не. Да нахуй. Ну, теперь уже бейте, да. Стопайте только обморожалку, не стакайте. Метка сейчас будет 2 секунды. Сега за БС убежал. В крест. Отойдите правее, кто там стоит? Да, все правее отошли, бейте его. Разбивайте глыбу живенько. Сразу. По Макринжу еще сорок дать. Забрал, беги, ну кто. Конченый спех. Лисекс. Крест. Хильте воина. Холипал, ты где? Воина хиль. Я ничего не вижу в анонсе там. Сейчас будет притяжка, кстати. Траблозавр. Убежал. Где, блядь? Траблозавр в крест. Пиздец. Сафириона и Хирюзакат. Вижу. О, притяжка, блядь. Даю ШВ.
Глыбу бейте. Стаки скидывайте, не стакайте там. Выбежал. Морхан в кресло. Морхан, Морхан. Отошли от Морхана. Назад вернулись. Сейчас меню тяну, Ктус. Бейте глыбу. Вы чего так долго глыбу-то разбиваете всей толпой? Хиль в закат. Хильте воина, пожалуйста. Не, Void Wave, чумовая. Освобожденка. Сферион, дубл, нажми массакру. Не забывайте стаки скидывать за звезде. Бегемошек. Огнестойки, дай масс, это, МАшку сейчас прям. Разбивайте, разбивайте, разбивайте. Налево свичнулись. Давай, фростмаг, там, ДПС и дела. Вот, а, ты умер, я понял. Меня в прошлый раз 9 не убило в этот, даже при щитком. В крест. Мы задание будем делать? Побежим на Ктус. Нет. Ликс, отдай и гимн на ХП. Просто сиди, отдавай гимн. Ну, Ктус, массакру живенько, прям сейчас. Уже отдавал. Плохо? Тучка, где Керри? Хильте протовоина, пожалуйста, умирает. Очень блять, надо похилить. Я тебе зубы отдал. Я в крест ушел. Она меня выкинула нахуй. ДЦ, не разбивайте, не разбивайте. Все свичитесь, бурсите, все в боссы. Три ляма осталось. Расположение, да, против. Забрал. Отлично. Холи... О, протопалы хилим, протопалы. Убери свою дудульку и бей босса. Корвин убежал, Корвин убежал. Блинк. Отлично, продаем Корвина. Просто вы, блядь, играете в ебаную синдру. Один лям добивайтесь. Выбежал, не выбежал. Отлично, молодцы. Талик, а ГЦ, потому, пацаны. Меня не было. Талик? Да ладно. Да, Талик. ГЦ, талисман. В смысле, а как вы сучни сделали, блядь? Ну там... На строй нажал, я четвертый нажал. Бля, если... и даже не поделились квестом, а вот вы... Как он, его нельзя поделить. Короче... Че по Талику, блядь? Кому нет нахуй вообще, в принципе, блядь? Бля, ребят, ну в целом фростки какой-то. Вообще всем нужен. Тут нету классов, которым не нужен. Ну, а флилок только. Давайте, блядь, вот это вот. Роньте нахуй между собой, блядь. Десятки этой хуйни. Ну, это будет хуя по-честному, если... Я понял. Ну, видно, не стрикбан. По-честному будет, когда все поролят, блядь. Это будет по-честному. Лисекс, это не, к тебе не относится, ты хил. Зря ролил. Имеется в виду среди ДД, блядь. Они ж не хили, они ж, блядь, не ролят твои шмотки. Отойди назад, отойди назад. Ну, мать твою, мать. А, я за, блядь, сейчас инвизом сниму. Да это не а, ты, ты это тоже подошел? Сдохни, Сапфирон. Быстренько сдохни, не хилься. Я сейчас тебе диван дам. Блядь. Ну, живенько сдыхай. Сука ты. Он что, меня прохилил или что? Какого хуя она на него загрелась? Нахер ты хилишься? У тебя что, IQ минус один, что ли? Ну, не умеешь бегать, бог с ним. Проблем... Колу. Проблем никаких вообще. Так, а я... Зачем ты хилишься? Сбивайте касты этой дури. Ну, чего Альку загрели, блядь? Не, это падайте. Сойдите в огонь и сдохните. Можно... Там взять осколок. Вот. Сапфирон, не бегай, ты суманешься. Без экстрима пойдем. Не заходите, пока не тпхайтесь никуда, он еще бьет кого-то. Так мы не ТП-шимся, бой же висит, если кого-то бьет. Вот бой спал. Все, заходим. Вообще... Киндра еще есть? Не, да какая разница? Квест взял? Но он тебе сейчас не поможет ничем. Ну, сейчас попробуем. Но он тебя засчитался? Я же его не брал, вы же мне сказали. Ну, значит, его и ты не сможешь сейчас сделать его. Он засчитывается, когда ты убиваешь, а не когда ты лутаешь. Где сдать?
Где Валика была? Наверное, Стасус, ты либо, вот... Либо в этом, либо в драконьем погосте. Вот, Макгрегор, ты вот улыбаешься насчет фроста своего, вот ты прикинь, как БДК улыбается. Я хочу его, чтобы занерфили, но, блядь, как же сейчас радостно, именно конкретно сегодня. Открой топ-ладдер X2, и все. Ну, огнестойкий объективно тебя с урон выебал по урону. Я сдох, потому что... Да, кстати, по поводу сдох, не сдох, вот смотрите... У нас, по идее, сегодня должно... Сейчас я до секунды хотел сказать перед Синдрой, но сейчас скажу. У нас, по идее, сегодня должно быть минус ЕП за каждую смерть. То есть у нас должна залутать сейчас минус ЕП Керия, Сериал, Анфрой, Лисок, Сты. Просто по минус 100. Так я ж не против. Накидывай. Там и моя ошибка была, просто... я не следил за... Да я просто вам, блядь, про то, что вот если мы сейчас начнем вот прям вот вообще в наглую рубить всех чулов, мы на ХМ-ку придем, блядь, и у нас нихуя не будет. Не так это, работает. Это тупизм, блядь. ГП даются за, ну, тупые слаки, типа... Посмотрим, Лизекс... У меня максимально тупая смерть, я не против. Анфрой, Макгрегор, Сега, Керет тоже... Это да понятно, ты себе духа дал бы, если вот видишь, не успеваешь, духа дал, и все, молодец сразу. Ты же хулиприст. То есть, ну, вот такие слаки, тут, кстати, все слаки, вот дерзко, я не знаю, почему вы там жмете все-таки, вот я проговорил вот это вслух, да, то, что не надо глыбы друг дружке подтаскивать, все равно притащили, блядь, умерли как-то, бог с ним, никто не слушает, всем насрать. Ну вот отбежать это как бы вот тапки ставишь себе. Не умеешь тучку нажимать, тапки ставь. Керри, ну тапки поставь себе на скорость бега. Тебе вот эти 12 крита там или 18 крита ничего не дадут. То есть эти вот 18 крита тебе дают там 50 ДПС, ты умираешь. Тучку нажал и все. Всем остальным то же самое. Лёня, ты где? А, ну, сейчас друид зайдет, мы бафнемся. А, у него комп нахуй перезагрузился. Он мне с телефона написал. Типа, блядь. Ну, у человека, блядь, комп перезагрузился. Хуй сделать-то, блядь. А вчера я в пробках простоял. 10 баллов по Москве из-за этого китайца ебаного. Кстати, да, я смотрел. 10 баллов. 3 часа просто на одном месте. Сань... 7 ГП. Да, 7 ГП. Вопрос. Ты сейчас будешь просто танчить, или, блин, еще анонсить будешь, или мне говорить? Мне еще впадло что-то делать. Хочешь сам ну, что-то вот делать? И танчи. Только я Геру давай даем на второй фазе, а все остальное давай я вообще молчу. Давай сам, короче, Геру. Хрен с тобой. Ну, сами знают. Вторая фаза начинается прям рынь-дынь-дынь. А давай мы хотя бы сначала сбежимся, блядь. Это же сейчас будет проблема даже сбежаться, блядь. Локи. Тут Ловикойл и Траблозавр, да, вот тут? Я тут, на. Ставьте, пожалуйста, ну, как в Хэме будем, как большие мальчики, уже вот ставить портал на краю, да, вот, чтобы не бить вашу Вальку. Я понял. По-мужицки, чтобы уже драться как. Ага. Ладно, потом, блядь, скажу, что делать, блядь, у меня нахуй нет, блядь. Сериал, смотри, вот как этого избежать? Пишешь слэш ролл пальчиками и все. И у нас Анфрой-то тут? Анфрой. Анфрой. Паша, Павлик, да, Пахан. Да. Отлично. Ты же подрезаешь сухожилие, надеюсь? Конечно. На кнопочку стоит, а на четверку, да? Нет, у меня стоит там, где мне удобно. Понял. Ну, ты подрезаешь, то есть вот... Ну, конечно. На троих и сразу все отлично. Ничего, просто спрашиваю. Угу. Ну, и шаманы тоже, собственно, ставят тотем. Один ставит на броню. Один ставит на ловкость. Вот кто-то ставит на ловкость тотем? Шаман есть? А, у нас энх есть, все. Я ставлю, да. Я только на вальки меняю на заземление. То есть ты сдох, короче, и никто не ставил-то там на Агилу? Ну, вряд ли. Я не сдох, меня вылетела Вовка.
Ну, ты же сдох потом. Ну, потом, естественно, сдох, а нахуя меня хилить, если... Ну, я не знаю, что ты вылетел, не вылетел там где-то. Я сказал сразу, как только вылетел, Востока заморозил, умирала Наташа, и сказал, так я вылетел. Фигу. Ну, вылетел, вылетел. Я имею в виду, ну, другие шаманы ориентируются. У нас нету ни одного ДК, видите, в рейде? Это да. Вот, смотрите, у нас Хант, Мархан, ты кто, тоже этот петом-убиватель? Похоже. А, нет, нет, он это... Погоди. Да, поэтому... Да, поэтому... У вас нету 10% апа. Рафлан, да? Только так? Мое, получается. Только мое. 10% апа. Так вот, да. Типа вот умирает Энг, у нас мелики сразу в попан садятся. В попищу прям. Это минус 10% апа. Там у кого как. И минус... 150 агилы силы. Просто жопа какая-то случается. Может, мне ДК зайти вообще? Ну, все равно. Ты все равно не передамажь вообще похуй. Пистасос, ну у тебя депос 6 тысяч, ты можешь хоть в кого спекаться. Хоть в женщину с гитарой, как бы, вообще насрать. Типа он даже вот отбежит подальше, Энх, у него все равно ранжа из этого бафа, он... Или вальку. Нет, 100 метров. У АП 100 метров. Ну, это, кстати, круто. Ну, просто тотем. Тотем, допустим... тотем вот, да. Тотем ограниченный. Да, ну, тотем сбивает еще и горн заодно. Короче, Анфрой, Паш, ты тут. Помнишь, я когда говорю, я в армс спекнусь, а ты Сандерс настакиваешь? Угу. Ну и что случилось? Да хуй знает, забываю. Что-то заигрался в армса, что это. Забыл уже все. Понял, понял. Буду стакать. А, так слушай. Ты кого танчишь-то? Да мне пофигу, кого танчишь. Ну, если Лича, то... Пусть Лича танчишь. Да думаю, ты будешь, не? Я тебя перехвачу, если когда надо будет. А так танчу, у тебя 3 ты больше, намного. У нас же это, не починили щит. Какой? Ну, его сломали 2 дня назад. То есть у меня теперь щит праведности не наносит от блока. И у меня трита очень мало набирает. Ага. Да-да-да, вот я, короче, ходил в этот... куда? В кару, обычку. И у меня просто ДК... Ну, я не могу его обогнать. У меня просто набирается 50, 60, ну, чуть-чуть. А ты вот можешь шапку свою линкануть, Т5-ую? У меня нет шапки Т5. Не, вообще, вообще. В общем. Я у него на Синдре 80 агро сбивал почти. Да я вон в мага кидал вмешательство 3 раза. Это по 10% случаю. Да я тебе говорю, что-то, короче, какая-то хрень вообще никак. Ну, а кто-то писал куда-то или что? Ну да, там на форуме уже есть. Короче, там, ну, супер. И я тебе говорил, треньку надо с ТГ все-таки достать. Как там дела? Лень, блесанит и тут, не тут. Ну, кто-с? Да я хотел с кузни забрать этот как. Зачем? Там блок 120 дает. Зачем? Это тренька. Я просто на X2 посмотрел, упала у какого-то она есть. Это нищебродом фармить впадлу. Ты с ТТГ берешь, на поле даешь крылышки, триньку. И вообще полбоя стоишь шавка. Заебись. Короче, блядь, тактика галактика. Наши УТ и МТ стоят вот тут, в Луне, в Лунососе. Мы стоим под спиной Лича, соответственно. Тут нихуя не меняется. Дальше. Будет перефаск. То есть, блядь, вы просто стоите. Вас даже бегать никуда не надо. Просто стойте. Диспейлить буду я. Все, ваша головная боль вставить под спину. Больше ничего не нужно. Когда будет перефаск, мы все с вами пойдем в крест, соответственно. Наш ОТ будет стоять вон там. С любой стороны. Да бог с ним. Кто не шарит страту, просто спроси. Да, он вот, все реально, были уже. Представьте, кто вообще никогда не был на Личе.
Можно плюсуйте тупые. Тупые плюсуйте сразу. 4, блядь. Так, а теперь кто не был тут? Короче, ладно. Это у меня одна большая просьба, огромная. У нас есть ДЦ и Холи Прист. Вы на рефазе моментально сало снимаете. Прям вот в секунду. Ладно. Не снял, как бы, вот он повернется и тебе хвостом зубы выбил. Как в тот раз кто-то от Киски, не помню. Огнестойкий и Нуктас на гнев небес в это. Я буду давать сначала мастан, то есть я ОТ, мне делать нечего, вы бьете. Я даю гнев, ой, даю мастан, потом даю Тауреновский стан на валик. Анфрой замедляет. Это все должно убиться. То есть там не надо гнев небес тыкать особо. Ну, блядь, как бы можно и тыкнуть. Ну, сейчас вот у мага есть конус вот этот вот. У совы там ауешками заливают. А я сову, мне кажется, за ауеш. Ну, все, все. Нактас, ты держишь, ты у нас, Нактас, МТ, ты держишь. Вот тут Саня стоит рядом с тобой, мы все под спину, блядь, дальше побежим в крест, дальше просто слушайте меня, и все у нас будет заебись. Если не знаете, куда бегать, бегайте за ромбиком, блядь. Но никогда я говорю, что надо разбежаться. Куда я ромбик? Куда я? Кому я ромбик, блядь, поставил? И в обычке с Ивови играем. То есть на осквернении прям с Ивови. По краешку там вот это вот все. Без героических там накручиваний ДПС, 500 штук своих вот этих вот. Маги, блинкуйтесь, пожалуйста, из осквернения, а не на край, а потом выбегайте из осквернения. Если я сейчас еще раз кому-то скажу, что вы должны стоять в ебаном ромбе, я ему кину реально минус 500. Ну-ка, тотемы, ну-ка, побежали, живенько. Все собрались. Гельбанк тоже давай пошел. Почта, почта встала, блядь, там. Ты давай там, не выебывайся, блядь. У меня чаш, алло. Блядь, я вот проебался, блядь. Дайте ему поставить сначала. Вот такого не должно быть. Нактаса, я что сказал? Я был должен стоять. В луне. А просто под жопу подойдите все. Блять, подбегите. Подбегите под жопу к нему. Ты бы его привел бы к нам поближе чуть-чуть. А, нет, смотри, починили. Нормально идет так. Да нормально, ты у меня скоро заберешь. Диспо. Я так и знал. Тупо триггеришь из пинка. Да у меня, блядь, ГКД было, алло. Все в крест. Хуяси, блядь. Не трогайте его, бичи. ДЦ, присты. Забудьте, зачем убили? Пожалуйста. У меня нету на шаркающем чумы, бейте его теперь. Без таса души сферки. Шарка, бейте. Уважаемый Морхан, уважаемый Бестасов, бейте ебаные сферки. Гневного. Ну, кто-то себя гневного заберу, ты пойдешь босс танчить потом. Две секунды гневный. Че, такое говно тоже надо, блядь, тянуть, да? Хочешь сказать? Фаза! Вы налево, я направо. Побежали. Все по жопу кручу. Блядь, не могу диспарить, блядь. Вы налево, я направо, все направо побежали. Готовьтесь, Вальки, 4 секунды. По жопу кричу, сбегите. Я мастан даю первый. Валькиры. Все по Валькам урон. Гнев оттал. Осквернение 4 секунды, раз сосались. Вообще-то 5 секунд разбежались.
Я ну. Ассалин. Не прыгай, просто выбегай. Мак, ну блинк же есть. Был там. Тебе по жопу кричу. Ну кто с тебя надо развернуть его, и мы развернулись, чтобы вот. Да, кстати, Гера не было, блядь. Давай, Геру. У нас сейчас будет Вальки, потом осквернение. А следующий раз осквернение, потом Вальки. Надо разбегаться. Рассосали. На микро кринже. Беги, все беги. Валик, стопы. Я чувствую это. Валик, все бьем. Тиром, пожалуйста, где, блять, умирай нахуй, огнестойки. Да тут все. Продали двух, бейте босса. Осквернение, не подбегайте, ранжи. Вы стоите на ранжи. Ноктус. Аня, Сафирен. Теперь подбежали под босса все. Живи. Почему он не разворачивает в сторону осквернения? Да, кстати. Это последний, забейте. На край бегите. За воином, воином побежал, за край. Ты 4 отдай. Шива дал. Бегите, хильтесь. Ноктус, это тебе надо переводить. Так я же его уважаемые ханты, сферки. Диспейл. Да диспейлим. Не. Диспел. Ноктус, моб на тебе, потому что я не заберу его. После Адагин, после сверку, того, как сверку, мы... сверку, не бегите сверку на нее, отойдите от нее. Сверку, ну живее. И гимн, блядь, гимн этот, ебаный в них духа добейте. Сафирион, хильте. Сафирион, тебе там надо будет хилить моба и сбивать станчики, хуянчики, блядь, у второго моба. Духи, надо переводить босса в другую сторону. Прибегаем, квадратику бегите. Осквернение 8. Не сбегайтесь только. По краям бегайте. На мне. Я поймаю. Духи. Алло, блядь. Блядь, следующий сериал лови под тучкой. Следующих духов. Осквернение 10. Мы перебегаем. Только не всей толпой бегите в одну точку. Налево, просто направо. Разбегитесь. На Ноктусе. Ноктус, вы убегаете. От него бегите просто. Я следующий тринкой могу поймать. Да я ловлю. Ноктус и хильте. Дайте и нерпались. Фольксвагену прохили. Не получается. Саня, тебя сейчас... Блять. Все, нормально, перебегаем. Сериал выбежал. Все, бегите. Может, ты нажмешь, и мы просто его добьем? Да мы и так уже добили его. Все. Добивайте, 100%. Я духов ловлю. Да уже убили, все. Ну вот это... Ну это нормально. По фулл хп, короче, улетает у меня вообще нормально. Блять, это нормально, когда, блять, умирает, нахуй. Кто там погиб? Void Wave. Ну его не прохилили, если что? Ну да, его не прохилили, я не спорю. Ну, 5000 не дохитли, понял.
Ну и плюс двоих. Ну, блядь, я сидел, хилил нахуй. У меня маны не было, блядь, я не мог ему пену задать. И когда он еще был. Вопрос к Палу. Ну, ничего страшного. У нас еще Ноктус был живой, у меня сейф был. Кстати, вот пока прыгаешь, он иногда подтупливает и не бьет. Ну, ничего, так шаманом цепуху подкрутили. Да ты без поглощения. Вот ты будешь щитками сравнивать с хилами. Не, ну сердечко-то забилось. От чего? Да, от проста такого. Конченого просто, это пиздец. Интересно, с него еще... А, то есть 24 тысячи арпал на... Да вообще похуй на ваших арпалов, которых убьют нахуй. Или, блядь, на разбойника тоже похуй. Ой, ну, урпало еще 1 000 000 с чем-то дамаг в мобиках. Духов. Тут как бы... Вот то, что по боссу он обогнал Айсалина на 600 тысяч. Кстати, Сега ЗБС обогнал Макгрегора. Ничего страшного. О, Аркус существует. На 3000 урона, пофиг вообще. Ага, для тебя осколка нет. Только вот а этот был Аркус... Бы... Был бы ММ нормальный, он бы сейчас босса дамажил. А у нас есть немножко тут фаер-маги? Ну, я могу прыгнуть фаера, если надо. Не, вот именно сейчас фаер-маги есть. По мейнспеку. Вообще я фаер по мейнспеку. Ты и фрот по мейнспеку. Так я прыгнул чисто в имбу на время. Вообще похуй, что вы рульте. Ну, че ты нахила палка, зачем она совет? В курсе, блять, ее все могут рулить нахуй. Ну, ты мне ТБЛ хочешь отдать? Был бы я магом, я бы это никогда не родил. Лисаксу можно отдать, кстати, по этому. И Лёне. Ну, смотри, у нас есть два чувака, которые носить могут. Это Лисакс и Лёня, и все. Они оба нахуй выкинули 97. Вы что, прикалываетесь, блядь? Ну, если Лёне не надо, пусть берет. Ну, у Лисакса пушка с личах, ой, с ребра ХМ. Зачем ему посох сраный? Не понимаю. Вот эта пушка дает 836 СПД. У этого 271. А у этого 792. Плюс еще оффхенд дает, как бы, СПД. Ты... Ну и, блядь. Мы что, ХМ идем или не идем? Да, идем. Тогда прыгайте, умирайте. Подождите, дай доролить-то, блядь. Так эту хуйню анфрой мы отдаем. Игрок не найден. В смысле, блядь, игрок не найден. Да там поставили, я нечаянно ткнул, блядь. Себе пока забери. Ах, ханты. Я пошел на мага. Ханты, уважаемые ханты. Ты эту хуйню парольте, блядь. Сейчас фаста себе еще тоже сделаю. Попробуем повеселимся на пару. Бист 64. А, у нас же у Морхана есть, блядь. Ну, если разберешься в нем, то окей. Короче, что, кому Аркус? Да, нет, я играл в нем. Я представляю ротацию. Ну, нам, короче, весь смысл лучше. Давайте вы потом обсудите, мы сейчас доролим, пацаны, да? Ваня, отдай, пожалуйста, сериал вот этот. У него 258. А, ну давайте так тогда. Ну вот, а хотя бы туда. Не надо, блядь. А нахуй вы в Долорант-то, блядь, все? А хуй знает, зачем они. Вон с платформы прыгайте. Да без проблем. А кто вышел? С рейду? Я вышел. Да, ты же на мага.